So today it's my very pleasure to introduce Matt Bernhard and Alex Halderman. Matt is a PhD student and Alex is a professor at the University of Michigan. Both of them do security research and they have a focus on e-voting and its security implications. Today they're going to talk about Recount 2016, an uninvited security audit of the US presidential election. Please give them a very warm welcome and a huge round of applause. Thank you. Оба из докладчиков являются студентами MIT, Мичиганского университета. Пожалуйста, поприветствуем их. There we go. Hello, everyone. Добрый день каждому. Я Алекс, и классно мне быть снова здесь, на ЦДЦ. Последние годы уже здесь выступал о других отраслях моей работы, например, графические атаки на TLA, ZIM, mapping, а также по сканированию. Но сегодня мы подходим к той теме, которая была центральной темой последних моих годов. В 2016 году, во время президентских выборов в США, мы увидели вещи, которых раньше никогда, в принципе, вообще не наблюдали. И я, и Мат принимали участие в том, что мы будем называть как хаком выборов. Нашей задачей была выяснить, были ли результаты голосования действительно настоящими. И мы сейчас с вами поделимся тем, что мы нашли. И я считаю, что это место, где мы как раз сейчас его будем презентовать, этот доклад, является, в принципе, самым лучшим место в мире, где мы могли бы это презентовать. Спасибо, Алекс. Как некоторые из вас могли уже услышать, в США прошли выборы. Основными претендентами были Трамп и Клинтон. И Клинтон и Трамп победил. И для многих это был сюрпризом. Потому что все показывали, многие блоги показывали, что Хиллари побеждает. Нью-Йорк Таймс говорил, что у нее шанс 85%. Сам Ванг, известный блогер, говорили, что у нее там 99% там шанс победить. И даже обещал там и пиво, и прочее другим, если бы произошло иначе. Но несмотря на все эти полы, посты, Хиллари не выиграла выборы. И здесь мы видим как раз-таки один из ведущих, Сэм, на национальном телевидении. Так какие же результаты? Ту карту, которую видите, была подготовлена колледжем выборов. Выборы в США работают таким образом, что голосование идет по штатам, и кто получит больше всего голосов в этом штате, за того этот штат будет голосовать. То есть Клинтон получила примерно 3 миллиона голосов. Дональд Трамп, конечно же, утверждает, что он выиграл Electoral College, то есть колледж по голосованию. Но на самом деле не совсем так. Он на третьем месте здесь, сразу позади Трумана. Что же на самом деле произошло? И здесь есть две основных объяснения, почему же такое было сюрприз. Первое, это говорит о том, что вообще эти результаты были совершенно неправильны. То есть, также разговор о том, что немного было слишком неизвестности и неучтенного во время опросов, которые проводились перед выборами.
This is probably unlikely. Второе объяснение. Was rigging feasible? How would we even know, you know, how are we going to determine whether it was just the polls were wrong or whether or not... Именно то, что само голосование было неправильно. То есть первое — это то, что поллы были неправильно. Второе объяснение, что голосование, результаты голосования были подсчитаны неправильно. И сейчас мы пройдемся по этим как раз таки вариантам. So elections in the United States, так, то есть выборы в США действительно сложноваты, чтобы организовать. У нас огромный масштаб, примерно 200 миллионов зарегистрированных избирателей. Выборы достаточно распределены. Большинство работы по организованию выборов происходит на уровне муниципалитетов, на местном уровне. И здесь много сложностей в процессе, когда... Причем эти сложности меняются от одной юрисдикции к другой, то есть одного штата к другому, от одного округа к другому. У каждого своих проблем. Но результаты нам нужно же получить как бы в одно и то же время, в ночь голосования. То есть у нас США где-то 13 тысяч юрисдикций по голосованию. И 187 тысяч избирательных участков. В голосовании принимали участие 52 модели машин для голосования. То есть вы можете, на этой карте вы можете видеть самые разные системы, которые были использованы для голосования в самых разных частях страны США. И вы здесь можете увидеть, что даже в рамках одного штата здесь достаточно много разнообразия. А вот здесь вы видите пример бюллетеня для голосования, который просит вас, собственно, выбрать, за кого вы голосуете. Вот первая страница, вторая, в третья. Это бюллетень из Далласа в Техасе, в штате Техас. То есть вы можете представить себе, почему подсчет голосов вручную может быть достаточно сложным. То есть пройти огромное количество бюллетеней и их просто даже рассортировать, а потом пересчитать. И при этом нужно посчитать в каждом бюллетене где-то 185 вопросов, то можно представить себе сложность проблемы. So we use two primary styles of voting machines. That those 52 models. Говоря о машинах для голосования, здесь было в основном два больших типа. Это оптическое сканирование машины, когда люди, опять же, заполняют обычный бюллетень на бумаге, а затем машина его сканирует. Remember how complicated these ballots are. We need the computers to help us. The second style is direct recording electronic, так называемый DRE, direct recording electronic, то есть который напрямую записывает электронно. То есть здесь бумаги нет вообще. Все сразу записывается в электронную память. Иногда, в некоторых из этих машин, но не во всех, бумага может быть напечатана уже после того, когда выбор избирателя был сделан, но это не всегда. Многие ученые, включая меня, не доверяют таким типа машин, потому что в данном случае все полагается на программное обеспечение. Давайте посмотрим сейчас на Diebold Accurate Votes TS, электронную машину для голосования. Это была самая распространенная машина для голосования 10 лет назад. Из этой машины был сделан аудит безопасности. Я в нем тоже принимал участие. И к выводам мы пришли следующим. В этих машинах была карточка памяти, которую можно было вытащить.
After the election, the card is removed. It has a copy of the election results, and that's what's counted. Эту карту вынимают после уже голосования, и она участвует в подсчете голосов. Но что нам стало известно, то что люди, которые имели доступ к этой карте, могли взломать машину для голосования, используя переполнение буфера и другие уязвимости. Второе, то, что мы нашли, это те выборы, которые мы провели как демонстрацию на этой машине. Джордж Вашингтон против Бенедикта, который был предателем американской революции. И как бы мы ни голосовали, а Бенедикт Арнольд все время побеждал. Потому что неважно, как голосовали бы на самом деле настоящие люди, наше зловредное программное обеспечение изменяло бы голоса таким образом, чтобы все равно наш кандидат, в данном случае Бенедикт Арнольд, побеждал. Здесь нужно отметить, что около десятка машин участвовали в таком, в этом исследовании безопасности. Но давайте посмотрим на другие машины. Мы изучали разные модели и независимый исследователь по безопасности, и ученые из университетов. Во всех случаях можно эти машины было заразить, используя карты памяти таким образом, чтобы результаты голосований были бы неправильно подсчитаны. Но это не только машины типа DRE, которым подвержены зловредному программному обеспечению. Но также и оптические машины с оптическими сканерами также подвержены разным проблемам. Проблема в том, что бумага, на которой все были напечатаны результаты, она, возможно, и корректна, все корректно на ней написано, но вот подсчет голосов, он был сделан некорректно. То есть все эти машины всех типов были подвержены уязвимостям, которые можно было эксплуатировать, используя карточки памяти. То есть, каким образом мы могли бы как бы взломать, хакнуть голосование? Есть три способа взломать все результаты. Можно взломать выборы после ночи выборов, то есть, по сути, даже если мы нормально посчитали все результаты во время выборов, то взломать результаты можно уже после выборов, то есть в ночь перед подсчетом голосовым, во время подсчета голосового, в это время можно либо предотвратить подсчет голосов, либо же их посчитать неправильно. Мы знаем, что в Украине были такие проблемы. В Аризоне. John Podesta, the campaign manager for Hillary Clinton, also had his emails hacked. And in almost all of these cases, the U.S. government has formally взламывались электронные почты и в разных комитетов по стране. И во всех этих случаях все время вину валят на Россию. То есть имеются три большие проблемы, чтобы справиться с этим. To give you an idea, in this election you would need to flip the results in two different states, both of which had margins within 1%. Первое, когда вам необходимо просто подменить результат одного штата другим штатом, у которых небольшой разброс голосов. Второе, каким образом вы, собственно,
контролируете машины, которые не подсоединены к интернету. На самом деле проблемы здесь большой нет, потому что все они программируются центральными компьютерами. Все, что вам нужно, это установить вирус на эту машину, и затем все машины электронного голосования, с которым оно имело дело, все также будут заражены. Но насколько это вероятно? В США очень многие юрисдикции аутсорсят свою программу по голосованию третьим компаниям. И часто эти компании, которым они аутсорсят, это маленькие компании, малый бизнес, там, у которых даже нет, не защищают свои веб-сайты TLS SSL. Вот можете посмотреть на один из складов этих электронных машин. Не было бы настолько сложно, чтобы заразить эти машины в больших объемах. Следующий вызов — это бумага, бумажное голосование. То есть нам необходимо иметь какой-то запасной вариант в случае, если электроника неправильно работает. Безусловно, бумага, она медленнее, чем компьютер, но ее можно проверить. Whereas on memory cards, there's no way to verify it at all. Ну, а вот как раз таки в электрон, с картами памяти, там проверки, собственно, вообще невозможно. With paper records. And, you know, this would trivially defeat most attacks. Unfortunately, or as I mentioned, 70%. К сожалению, как я указал, 70% штатов, которые записывают результаты голосования на бумаге. И за последние 10 лет люди говорили о разных способах предотвращения мошенничества в голосовании. Но, к сожалению, многие штаты не читают публикации. Ну, в коротке, взломать выборы на самом деле намного легче, чем вам может это показаться. Так, давайте все-таки просуммируем, каким образом вы бы взломали выборы в США. Первый шаг. До выборов используйте поллы, то есть опросы населения, чтобы выяснить, где и кто как будет голосовать. Шаг 2. Как цель выбираете большие округи, а также большие поставщики этого оборудования. Компрометируйте, заражайте компьютеры, которые управляют ими. Третий шаг. Заражайте карточки памяти, которые, в свою очередь, уже будут заражать машины для подсчета голосов. Наконец, шаг 4. Ваша атака уже крадет голоса, но никто не смотрит на бумагу. Итак, назад в 2016 год. Мы знали 8 ноября, что хакинг был возможен. И когда мы получили результаты, мы были удивлены тем, что на самом деле, что результаты голосования были очень схожи с результатами опросов. And we knew that it was feasible for an attacker to change votes on enough machines. Хотя мы знали, что
возможно было на самом деле взломать множество машин с достаточно простотой. Шоком для меня было то, что при всем этом около нуля штатов на самом деле проверяли по бумаге результаты голосования. Это огромная проблема в нашей системе голосования. Я лично считал, что использование бумаги все-таки предотвратило бы любое мошенничество, могло предотвратить. Но никто не хотел смотреть на эту бумагу. Так, у нас было 5 недель между 8 ноября и 13. То есть, если бы какой-то было мошенничество, то этот штат, который хотел бы изменить результаты голосования, должен бы исследовать это. То есть, что же нам нужно было можно сделать? Я и пара других ребят собрались и стали думать, можно ли как-то сделать так, чтобы все-таки штаты просмотрели, то есть следили на наличие кибератак. В воскресенье после голосования я летел из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, когда я получил электронную почту от Саймона. Саймон спрашивал меня, сможешь ли ты присоединиться к нашему звонку, который будет с администрацией Клинтон. Причем Клинтон сама будет участвовать в этом звонке. Это будет звонок конференции. Так, я подумал, что же я могу делать? Каким образом я могу на самом деле дозвониться до этой телеконференции из самолета? Каким образом мне нужно сломать Wi-Fi? То есть мне было недостаточно, конечно, говорить, но мне хотя бы нужно было слушать в этом звонке. Я слышал, что Клинтон и Барбара и другие очень как слушали, как проходила эта конференция. Ее многие предлагали добиваться, чтобы Клинтон добивалась пересчета голосов. Но будет ли Клинтон это делать? И первое, что было интересно, нас спросили, какое у нас было доказательство того, что были... Какие у нас были доказательства того, что был какие-либо взломы? Но, постойте, ведь это же полностью противоречит самой идее голосования, использования бумаги в голосовании, то, что нам нужно обеспечить корректность голосования, то, что нам не нужно доказывать, что был какой-то взлом, нам нужно доказать, что результаты корректны. Но все, что они думали, это о Дональде Трампе, каким образом забрать у него победу. И здесь был интересен был инцидент, который прошел по телевидению незадолго до этого. То, что... Когда Трамп сказал перед выборами, что он бы принял результаты голосования. Но это было в третьем президентском дебате. And so any kind of tiptoeing away from that would have been a political problem. All right, so that was the first conversation. Так, это был первый разговор из нескольких разговоров, которые мы проводили с людьми из администрации Клинтон, которые мы попросили провести пересчет. Но затем нам пришла другая идея. Но поговорить с Джефферсоном, другим адвокатом, другим сторонником пересчета. Потому что на самом деле в любом из этих штатов любой кандидат может попросить пересчет.
И на самом деле третьи партии были. Например, Джилл Стайн из от партии зеленых. Мы поговорили с Джилл. И она действительно хотела помочь. Джин всегда была чемпионом по борьбе за чистость выборов. И самое важное, она хотела помочь. Это для всей нашей попытки это был совершенно лучший момент. Но где-то в тот вечер мы узнали о публикации в Нью-Йорк, в журнале «Нью-Йорк». Заголовок которого было «Эксперты просят Клинтона подвергнуть вопросу результата голосования в трех штатах». Где есть определенное доказательство, определенное намеки на то, что, возможно, произошел взлом. И в тот момент мой телефон совершенно начал звонить, и уже звонил, не переставая, недели. На самом деле, я проверил свою голосовую почту вчера. И я сказал, я позвоню тебе назад в понедельник, Дебби. Так что же я сделал? Когда в ту ночь я попростал до полуночи, не ложился спать до полуночи, Я думал о всех доказательствах, которые можно предоставить для того, что атака на самом деле имела место, взлом мог иметь место. То есть все, собрал в кучу все показатели для этого. What really has been an ongoing media circus around the recounts. And unfortunately, this narrative is there some kind of secret evidence? Вот такого покрытия сообщений, когда есть ли какие-либо у нас доказательства взлома или нет, трудно обойти. И сейчас я вам расскажу все-таки о тех доказательствах, которые нам удалось собрать. Что же произошло после этого? 23 числа, в день после Дня Благодарения, Джилл Стайн объявила о том, что она возглавит возглавит попытки пересчета голосов в трех штатах. Была начата кампания по сбору денег в поддержку этого, и за несколько дней, за две недели она собрала $160,000. Это все были индивидуальные доноры. И на самом деле это удивило, насколько много людей действительно интересуются нашими этими выборами, чтобы они были чистыми. Где же мы считаем? Чтобы понять, где мы считаем, мы решили подумать, если бы я был атакующим, где бы я хотел атаковать в первую очередь. Как я уже сказал, есть несколько штатов в США, которые имеют очень низкие разницу между партиями. Это, например, в том числе Висконсин, Мичиган и Пенсильвания. Вместе у них есть 46 голосов. And in total, the U.S. election was possibly decided by the 78,000 votes in these three states. Эти три штата на самом деле могли определить результаты голосования в случае, если когда раз оба кандидата шли примерно поровну в предвыборной гонке. So in Wisconsin, to start us off, the margin was just under 23,000 votes. Разница была менее 23,000. Голосов примерно 0,7%. И каждый
каждый голос имеет, в том числе бумажную, оставляя бумажный отпечаток. В Мичигане разница была намного меньше. То есть 10 тысяч голосов, 10704 голоса или 0,23%. И в этом штате любой из кандидатов может попросить пересчет голосов, заплатив определенную пошлину за это. А уже местная комиссия избирательно решает, каким образом будет происходить пересчет. К сожалению, в Пенсильвании здесь они используют эту машину подсчета голосов типа DRE, которых не оставляет никакого следа на бумаге по поводу голосов. Для пересчета голосов необходимо в Пенсильвании необходимо, чтобы три человека собрались, сделали доклад о том, что у них есть информация о том, что было мошенничество, и попросить заплатить определенную пошлину и попросить этого пересчет. К сожалению, в Пенсильвании есть, кстати, положение о том, что если разница между двумя голосами очень маленькая, то можно проводить пересчет по всему штату. По поводу Виргинии. Шесть дней после... It's actually illegal to recount an election if the margin of victory was greater than 1%. В штате Виргиния вообще запрещено проводить пересчет голосов, если разница между кандидатами менее 1%. And all of this is to say that Trump could have also более 1%, извините. Every candidate is entitled to initiate recounts in the United States. So if he really cared about voter fraud, he would have initiated recounts. Трамп könnte die Trump мог пересчитать либо инициировать пересчет в трех штатах, что он не сделал. All right, time to let the recounting begin. Ну а сейчас время надо провести все-таки пересчет. То есть пересчет начал на День Благодарения в штате Висконсин. Это всего лишь два дня после того, как инициатива о пересчете была объявлена. Вот. Затем последуют другие штаты. Но к этому времени уже было 2.5 недели. После самого голосования президент Трамп, безусловно, конечно, не был сторонником. Я могу сказать вам, что на самом деле ни в одной из стран мира никто из тех, кто выиграл выборы, никогда не задается вопросом, каким образом подсчитывались голоса. У нас есть то, что есть. Трамп заявляет о том, что это все лишь попытки пересмотреть результаты. У нас была идея, что как бы играть, поддерживать волонтеров от партии «Зеленых», которые работали наблюдателями, которые работали с избирателями. И нам еще повезло, что у нас были отличные юристы. Мэтью Бринкенхоф, в частности, который является специалистом по судопроизводству
в области выборного права. Seems to have been involved in the recount efforts in one way or another, and over the course of about a week and a half. В течение где-то недели с половиной они начали более десятка судебных производств в судах как федерального, так и регионального уровня. Им помогали ведущие эксперты по выборному праву и по электронным машинам. То есть каким образом же выглядит пересчет? На самом деле не настолько это и интересно. Здесь собирается группа людей, которые смотрят на эту бумагу. При этом пересчете вот Мэтт был наблюдателем этого процесса. Что происходит? Каким образом это происходит? Что каждый стол пересчитывает результаты одного из округов. Им приносят пачки бумаги. From any political candidate on the ballot who wants to have observers present, who are watching to make sure everything's right, and they can raise a challenge if they see any kind of error. Во всем этом процессе могут присутствовать также и представители кандидатов, любой из которых может поднять любые вопросы, которых у него возникает. То есть в этом процессе вот мы посмотрели, как пересчитывались 4000 голосов. На самом деле, мы поняли, что все это на самом деле можно достаточно быстро пересчитать. Это не то, что во Флориде, где нужно пересчитывать именно используя карты с дырочками. Well, unfortunately, перфокарты. In all three states, as I said, we had opposition from. К сожалению, во всех из трех штатов у нас была оппозиция, которая поддерживала Трампа. И нам приходилось идти в федеральные суды, да, в Верховные суды штатов, того же Мичигана, чтобы добиться пересчета голосов. Вот как выглядит пересчет голосов в Мичигане, где, кстати, сторонникам Трампа удалось остановить пересчет еще до того, как он был закончен. В какой-то момент фотографер, writer, a lighting guy, another photographer, a sound person, and a director following me around in an elevator as I was going from court to court. В какой-то момент, когда я ходил отсюда к суду, за мной следовали там несколько фотографов, несколько людей с камерами и журналистов. Мы выходили в федеральный суд, пытаясь убедить судью пересчитать голоса во всем штате, либо хотя бы в некоторых округах. So recounts also look like this. Вот тоже как выглядит пересчет. Это дружба, множество людей, которые думают, что делают правое дело. На самом деле, пересчет были закончены, и Мэтт вам сейчас расскажет о их результатах. Так как вы уже знаете, как мы уже обсудили это, Дональд Трамп победил. 19 декабря. Что еще здесь можно сказать? No state actually finished a full hand recount when all was said and done. Wisconsin, almost all of their counties were hand recount, but as I mentioned, their counties. В Висконсине пересчитали практически все свои голоса. В том числе использовали для этого машины. И изменилось примерно где-то 140 голосов. В Мичигане результаты закончились примерно за 3 дня. Пересчет. Что нам удалось выяснить? В Висконсине был пересчет по всему штату. 50 округов вручную.
9, сканирую заново. При этом было исправлено 11883 изменения именно по отметок на бюллетенях, но многие из которых это было просто там какие-то пометки там на бюллетенях. Но на самом деле это всего лишь привело к изменениям в 397 голосов, и никаких свидетельств атаки не было обнаружено в Мишигане. Пересчет произошел в 10 округах. 2 099 578 бюллетени были пересчитаны, то есть 43% от всего объема. То есть было переброшено, как бы пересчитано 1651 голос, и опять же никаких свидетельств о какой-либо атаке в Пенсильвании. Только в одном округе было пересчитано вручную, и только 143 из 228 там, скажем, в Детройте были большие системные ошибки. 45% было больше. То есть было больше бюллетеней, чем на самом деле избирателей. What this basically there's this notion of recountability, where in order to recount a ballot, poll workers have. Есть такое понятие, как пересчитываемость. Until when the ballots were being recounted was upheld, and this includes things like poll book logs, tamper-proof seals on the bags that have ballots in them. Это то есть то, что можно пересчитывать, пересматривать. То есть это те же штампы, которые были, те же печати на документах, просматривать журналы по голосованию. Если вы хотите атакировать, вам нужно просто взять несколько бумажек, их вытащить из списка, но никто не будет смотреть и проверять. Но все эти доказательства достаточно уже сложно посмотреть через несколько недель. То, что нам интересно было посмотреть, это статистические методы, которые могли использовали, могут быть использованы. Когда мы могли бы выбрать те округа, которые нам кажутся подозрительными, и уже их пересчитывать вручную. Но, к сожалению, большинство законов, большинство штатов этого не позволяет. То есть, что же мы делаем? Каким образом мы делаем выводы? Но на самом деле мы можем сказать, что нет никаких свидетельств о том, что на федеральном уровне были какие-либо взломы. Какие еще могли быть сценарии, мы хотели бы рассмотреть? То есть на уровне, скажем, штатов, модель такая, когда, скажем, атакующий случайным образом выбирает пару штатов, в которых он хочет компрометировать результаты. And basically we sample counties at random and change 10% of the votes until we have enough to flip the election in that state. If the randomly selected counties were recounted by hand, then we consider that attack detected. So what we find. Мы можем изменить 10% голосов без того, чтобы изменить результаты. К счастью, в Висконсине, где пересчитывали все голоса вручную, то есть здесь очень-очень маленький шанс того, что можно не заметить именно взлом атак. То есть мы практически исключаем, что здесь была какая-либо атака. В Мишигане здесь, конечно, шанс атаки немножко выше взлома, поскольку мы не закончили пересчет голосов, но, опять же, никаких доказательств этого не было найдено в Пенсильвании.
Здесь у нас была больше высокая маржа. So the chance of going undetected there was very high. So what did we learn? Вероятность атаки была в принципе ранее намного больше, чем во всех других штатах. You know, we can, I can sleep at night knowing that Donald Trump won the election and having no doubt. Я могу спать с тем, что Дональд Трамп выиграл выборы. У нас нет четких доказательств, что выборы были изменены. То есть, как мы говорили, что если кибератаки происходили до, в том числе президентские расследования, у нас были разведагентства. Но в целом, то есть на самом деле, хотя я не могу полностью исключить какого-либо мошенничества, хотя мы предприняли все усилия, я могу спокойно спать, потому что никаких свидетельств обмана я не увидел. То есть пересчет он не закончился. Но, в принципе, можно сказать, что выборы не были взломаны. И пересчет нам, да, конечно, дал более уверенность в результатах голосования. Но что же, ну, интересно то, что... То, что в целом, если бы кто-то и захотел взломать, то, в принципе, это было бы намного легче. Не так уж сложно. Насколько централизованно можно было провести атаки? И для меня было новостью, и для многих других людей также это было новостью. Что, в принципе, при желании атаку нескольких ключевых игроков, поставщиков оборудования, можно было бы взломать. Даже если кандидат может и потребовать и провести пересчет, to try to stop it. There are many, many opportunities. Есть много барьеров для того, чтобы остановить любое мошенничество. То есть есть много барьеров к мошенничеству. So unfortunately, although we have some amount of physical evidence, к сожалению, хотя у нас есть определенное количество физических доказательств, у нас никогда не будет шанса как бы на 100% исключить какое-либо мошенничество. То есть, и хотя вот выборы 2016 года не были взломаны, но кто знает, может быть, следующие выборы 2021 года будут взломаны. То есть нам нужно подумать об эффективной защите процесса выборов. Безусловно, нам необходимо работать над нашими избирательными технологиями, сделать ее менее подверженным атакам, в том числе и по переполнению выбору буфера. Но что мы поняли, что очень важно все-таки, чтобы если бы у нас оставался след на бумаге обо всех выборах, о выборах избирателей, то пересчет станет возможным. И в этом случае для пересчета для этого нам нужно статистическими методами проверить результаты. В 2018-2020, во время следующих выборов, к сожалению, по причине нашей распределенной системы голосования, работать нужно будет самим же электоральной комиссией в Штатах, больше, чем даже федеральной комиссии. Спасибо вам большое, у нас есть определенное время на вопросы. О, замечательно.
У нас примерно... Большое спасибо, Мэдден и Алекс. У нас примерно 10 минут на вопросы. То есть, если у вас есть вопросы, пожалуйста, выстраивайтесь у микрофонов. Я думаю, мы начнем с микрофона один, пожалуйста. Я не верю в бумажное голосование все равно, потому что я жил половину своей жизни во время советской оккупации. Я видел многих бумажных подсчетов голосов, которые заканчивались с 99.9% за коммунистическую партию. Но у меня есть определенное предложение, как можно сделать лучше систему голосования. К сожалению, я не был на вашем предыдущем докладе по поводу голосования в Эстонии. Но я помню, что команда профессора Холдермана была приглашена в Эстонию политической партией, которая в последующем доказано, что они просили деньги у Путина. И затем мы сравниваем определение терроризма. Могу ли я ответить на ваш вопрос, сэр? Позвольте мне сначала сказать по поводу того, что бумага по две, конечно же, тоже не идеальна. Да, конечно же, бумагу тоже взламывали. Но теперь же у нас, посмотрите, мы же комбинируем бумагу с компьютерами. То есть, в принципе, и мы усложняем этого типа атаки, потому что их нужно будет проводить и к бумаге, и к электронным системам. But I'm pretty sure my undergraduate security course could have changed the outcome of the presidential election this year. It really is that bad. Но я уверен, что мои те же студенты в университете могли бы, в принципе, если бы поработали, изменить результаты голосования. Я готов поговорить с вами один на один после этого. Если кто-то хочет прямо сейчас уйти из зала, пожалуйста, уходите спокойно. А если вы задаете вопрос, пожалуйста, сделайте его коротким и четким. Я хотел спросить, не было бы легче вам поработать на железе и на программном обеспечении и проверить, было ли оно атаковано? Да, на самом деле мы проверяли, мы пытались сделать это в Пенсильвании, получить доступ к железу, то есть к машинам, которые участвовали в голосовании. Но на самом деле это было бы сложно, было сложно сделать полный анализ за несколько недель. Я полностью поддерживаю именно форензик, анализ, но у нас на это просто не было времени. В истории мира, насколько вам известно, были ли случаи, когда процесс голосования был бы проведен заново, когда были выяснены какие-либо проблемы в самой системе голосования? Нет, мне неизвестно, но всегда первый раз, когда это должен быть. Does it have some requirements that will make it unfit for other countries than the US? Если здесь способы, как бы это можно сделать так, чтобы... Есть ли требования для того, чтобы это было демократично вести? То есть, по сути, насколько методы, которые вы использовали, те же, того же статистического анализа, они применимы к другим странам? И ответ — да, они, в принципе, применимы с определенными изменениями. Так, и у нас еще есть два вопроса.
Good question. Первое, почему пересчет все-таки не был... Пересчет не всегда делается, вообще не в каждом выборах. Хороший вопрос. На самом деле, да, пересчет он всегда должен... Хорошая идея, пересчет всегда нужно переводить, даже голосования, которые якобы прошли чисто, как дополнительное прием безопасности. И тем более, когда мы используем электронные машины. Но и ответ, ну, это, у нас этого пока нет, потому что законодательство еще не поспело за технологиями. Второе, не имело бы смысла все-таки, чтобы, по вашему мнению, чтобы во всех штатах законодательство по голосованию было приведено к определенному, до определенного уровня. Ответ в США устроен таким образом, то, что на самом деле федеральный центр не может заставить штат. Именно это юрисдикция штатов, каким образом они организуют свои выборы. Кстати, they can just pick it by whatever method the legislature decides. So we really do have to go state by state. То есть вообще, то есть федеральное законодательство даже не предусматривает, что выборы должны проходить там, подсчитывая голос, каждый голос еще. То есть все дается полностью на усмотрение штата, считают они голоса или нет. Я хотел бы вас спросить о тех усилиях, которые вы делаете по поводу улучшения по практических методах по улучшению ситуации именно с электронными системами. Как вы говорите, есть целый ряд проблем, когда голоса могут просто быть не подсчитаны, либо же на них можно повлиять. Но я лично этим не занимаюсь. Я больше занимаюсь техническими проблемами. Но я с вами полностью соглашаюсь. Политика и технологии здесь, в безопасности этих выборов, к сожалению, они перемешаны, связаны друг с другом. Но все из нас, независимо от наших, за кого мы, сторонники, политически, мы все должны добиваться чистоты выборов. Thank you very much for your talk. I've got Спасибо большое за ваш доклад. Один вопрос, который вы не рассмотрели, это как раз-таки подавление голосов. То есть, в том же Детройте было множество машин электронного голосования, которые не были калибрированы или просто вообще отказывались считать голоса. Каким образом вы можете помочь решению этой проблемы электронного голосования? Да, мы на самом деле занимались Детройтом. И часто эти проблемы вызваны тем, тоже недостатком финансирования. И решить их так же просто, как предоставление финансирования и тому подобное. Но кроме этого, на самом деле, все становится достаточно сложным, и я не уверен, как ответить. Спасибо за ваш доклад. Donald Trump scenario. You said most or to all winners oppose recounts. So the question is, if they can be confident that they would be confirmed as a winner, why do they? То есть ситуация, когда, скажем, оба кандидата, скажем, не хотят пересчета. То есть видели ли такую ситуацию? То есть, как, скажем, в ситуации с Трампом, когда ни один из кандидатов не поддерживал активно пересчет голосов. Зачем вообще им это делать? И ответ, то, что люди все-таки это делают, потому что
На самом деле они стараются как можно быстрее прийти к результатам голосования и часто закрывая глаза на какие-либо мелочи. И этот факт, то, что мы хотим как можно быстрее именно получить результаты, делать это сложнее, зацикливаться на деталях. Вопрос, есть ли какие-либо криптографические системы, которые мы могли позволить обеспечить голосование и контролируемость голосования теми же избирателями? Также и в случаях электронного голосования. Да, такие технологии есть, но, к сожалению, это все будет лишь усложнять систему. Пожалуйста, поаплодируем выступающим.